принципиально. Да, в первом круге 2-0 было, били сильнее Крумкачи. И... скажут наши комментаторы Вадим Кнырко и Михаил Горлов. Да. Можно сказать, такой ложный защитник. Хороший момент был у Шахтера сейчас. Отлично сместился с фланга в центр Алексей Тимошенко. Хороший заброс в чужую штрафную. Тимошенко пасует на Лаптева. Лаптев что придумает? Пасует назад. На фланге мяч. Бурко. Навес. Навес в расчете на Лаптева. Лаптев сбрасывает под удар Тимошенко. Это было опасно. Видишь, снова все через Тимошенко. Очень опасно он атакует. Ой, угловой Шахтера в матче. Снова, естественно, Старгородский возле мяча. Подача. Опасно было. Но Федоренко сыграл руками. Отлично. Мяч остается у Шахтера. Игнатьевич. Снова дальний заброс. Отлично играет. Отличный удар. Это гол. Это гол. Отлично второй волной атаковал Шахтер. На 23-й минуте отличается Павел Рыбак. Мяч остается у Шахтера. Игнатьевич. Снова дальний заброс. Отлично играет. Отличный удар. Это гол. Шахтера, с которым... Может, второй вариант, то, что Аванко более опытный игрок, и в центральной зоне он сыграет более... Да, возможно, получше. И вот опасная контратака, Денис Лаптев. Попадает мяч в сетку, но с внешней стороны. Левого у Шахтера. Я... Игнатьевич. Игнатьевич, вот, может быть, потому что он сегодня поактивнее действует, чем обычно. И вот выстрел. Неплохой, да? Неожиданный, наверное, да? Отличный удар получился. Евгений. Представим составы играющих сегодня команд. Футбольный клуб КФ. Подача. В зону, где был, кстати, Денис Лаптев. И продолжается атака. Опасно было. Хорошую позицию в воротах занял. Очень быстро разыграли Крумкачу угловой. Решили не тянуть. Попытка то ли удара, то ли прострела. Бушма уверенно играет. Пожелаем здоровья, конечно, Игорю. Навес. И это момент, может быть. Ай-яй-яй-яй-яй. Отличнейшая была возможность у Крумкачев, чтобы сравнять счет. Смешной момент был, да? Так не достал ножкой чуть-чуть до мяча. А вот это может быть опасно. 4 в 3 могут убежать футболисты Шахтера. И наносит удар. Плотный очень удар. И еще один выше ворот. И снова Алексей Тимошенко на острие. Вот, возможно, это была последняя возможность. И вот Артем Старгородский здорово играет на перехвате. Зарабатывает еще и аут. Все, отлично. Отлично действует капитан Шахтера. Просто на опыте сейчас сыграл. Да, и решил Виктор Шумусик не продолжать эти муки ни одной, ни другой команды. Крумкачи-Шахтер, матч 22-го тура завершен. 0-1 в пользу Шахтера.